Итак, Семир. Один из первых реющих инструментов этого сезона. В общем-то, модель под названием Arizona Camper получила продолжение. Немножко в другом виде. Пересмотрел я, собственно говоря, взгляд на тыльник. Он реализован по-другому, более компактно. В принципе, верх рукояти и общий обрез он сохранен здесь. Только в данном случае здесь стоит штифт не зильбер, а не нержавеющая сталь, как был. Трубка точно такая же. Ironwood. Ну, точно такой же, можно сказать. Просто потемнее брусок был. Фактура больстера сохранена. Немножко по-другому она наносится. Теперь я показывал, как в одном из предыдущих видео. То есть инструментом, не гравером, а крутящимся такой шарошкой. Вот клинок. Длина клинка 135 мм, сталь 204 пи, толщина обуха 3,5. Ширина чуть-чуть больше, в данном случае 29 мм. Длина рукояти, полная длина 120. То есть нож в руке хорошо сидит для разных работ. Ножны с привычной формовкой и привычным подвесом. Ну, в данном случае клеймо сделано с внутренней стороны. Вот. Ну, такой вот получается первый нож этого сезона. Смотрите дальше. Я думаю, что будет интересно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и с Богом.